Всем привет! Хочу приготовить вот такой вкусный салатик из древесных грибов. Давайте готовить! Беру вот такие грибы прессованные, они продаются вот в таких пачках. Сегодня я хочу приготовить черные и белые грибы. Просто замачиваю их в кипятке и жду, когда разбухнут. Приблизительно за 15 минут они уже готовы. Посмотрите, как они красиво расправляются. Пока убираю в сторонку, нашинкую морковь. Я беру желтую и красную. Такой салат получается очень быстрый и очень вкусный. Обязательно попробуйте приготовить. Вот так вот я нашинковала морковь, пока убираю в сторонку. Нарезаю репчатый лук. Буду обжаривать все на сковороде до мягкости. Тут я уже хорошенько промыла грибы. Отрезаю корешки, кладу на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. И буду жарить на растительном масле. Это нужно все аккуратно срезать, так как это нам не нужно. На черных грибах также срезаю все ненужное, ненужные корешки. Пока оставляю так, чтобы стекла лишняя жидкость. На сковороду наливаю растительное масло, кладу репчатый лук, обжариваю до мягкости. Добавляю чеснок, жарю минуты 2 и добавляю морковь. Морковь жарю минуты 2, чтобы она слегка стала мягкой. После того, как обжарилась морковь, добавляю наши грибы. Все хорошо перемешиваю, жарю минут 15 на среднем огне, периодически не забываем помешивать. Добавляю соль. Соль добавляем по вкусу. Добавляю перемолотый кориандр, острый перец, можно паприку, черный перец, соевый соус. Все перемешиваю, жарю еще минут 5. Как только все обжарилось, перекладываю в другую чашку и буду заправлять уже дальше в чашке. Перекладываю в чашку. Добавляю зелень, у меня кинза, чеснок. В конце обязательно пробуем салат. Если не хватает соли, то можно досолить или же добавить соевый соус. Все хорошо перемешиваю. Получается такой салат очень вкусный, очень быстрый в приготовлении. Обязательно пробуйте. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не потерять вкусные рецепты. Всем приятного аппетита!